Здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем в Dark Tide. Надеюсь, что кто-то присоединится. Так, что там у нас по снаряге? Штормовой меч. Попытаюсь с ним побегать. Может быть, лучше. У меня есть фаворит. Это вот... Элиси, вот этот вот меч. У него еще отражение прикольное. Но, тем не менее, попробуем. Вот. По талантам у нас молнии и элитарка. Тут это сбрасываем напряжение, а это как-то так. Давайте. A new form of the Blight is tearing through Tertium, and we need information. Storm Raptor will insert you into transit hub HL-1611. You're looking for plague residue to scan for the evolved strain. The dregs are all over neighboring districts, so expect some company while you're down there. Expect. Ну, данный билд не окончательный, просто... Я еще экспериментирую с тем, как оно должно выглядеть в конце концов. Oh,
true professional veteran. This med station is of utility. Что это такое? Enforcers do an imperfect job with imperfect tools, but at least they're honest about it, unlike our fellow friends. Надо пистолет и уши брать на такие темные миссии. Слишком темно. Scanning proxy deployed. All specs is activated. Застопил просто в никуда. Extricate me!
темнотой и потерялся. Где мой фонарик? А, это я тут в темноте лежу. Мне похрена не видно. Блин, они вообще как-то умеют. Что я буду ставить? Там с этим поиском аптечки надо было брать и не париться. В таких условиях так хрен его знает, как она работает, а? Гранаточка. Of a demon host. Murdy High Station! You have engaged. Wicked. Please stand still. Absorb it! Quiet! Sir! Healing! Ready in two! Hey, бля! Прям в морду. Сразу несколько. Надо было эпочкой разбахать и потом. Breaching the Empyrean! Бесплатная электроника.
на это место. Эй, огонь, гребаный огонь. Come on.
water goes. Побежали. Спасибо, товарищ. Я один раз потерялся неудачно, но, в общем-то, билд продолжает себя оправдывать. Хотя, конечно, мой меч немножко не в кассу, как мне кажется. Вот. Но то, что оно... ты на одном можешь сбить, на втором можешь сбить этот варп накачивание. В общем, это очень классно. Ну, то есть, если на мече ты можешь сбить накачивание на этих психосиловом, то это упрощает тебе действия, если тебе нужно как-то так сосредоточиться. А с этим цепным мечом так не получается. В общем, как-то так. О, прикольно. Правда, она уже 510 на... А, хотя с другой стороны 510 на... на золотом уровне, это неплохо. Да. Я думаю, экспериментировать буду немножко позже, как поднакоплю оружие, и с которым делать какое-то сочетание или что-нибудь в этом роде. А пока что остановлюсь на этом билде. В общем, спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки и прочая фигня. Обязательно присоединяйтесь к нашему дискорд-серверу Кооператив Дружбы и World Russian Fleet. Все ссылки в описании. А на сегодня все. Спасибо и пока-пока. Император хранит.